Очень неприятный сейчас стык был. Натх не видел соперника, он играл в мяч, и уже когда был удар по мячу, пришлось столкновение. Поле, я боюсь, что может быть серьезное повреждение у Натха. По крайней мере, вот с кромки поля кости очень так больно смотрелся на момент. Да, по-моему, кровь даже пошла у израильтянина сейчас. Показывает представитель медицинской бригады ЦСКА, что носилки нужны срочно, да. Наверное, смешных единоборств в боксе можно увидеть подобные картины, но в футболе она встречается все-таки реже. Здоровье Бибрусу Натху.